трава. Во-первых, как бы устройство печурка такая, мини-печурка, щепочница. Сделанная из икеевской сушилки для посуды. Нержавейка, вообще стоит всего 200 рублей. Эти окошко вырезал. Получилась такая мини-печушка. Плюс смотрите, какое оригинальное устройство. Видите, как бы немножко потухло все. Надо разжечь. Смотрите, берем такое устройство. Триммер. Пропеллер самодельный. И раздуваем это дело. Ну давай, 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 давай. Видите, красные угольки? Ну давай, загорайся. О! Видите, пошел огонь. Ну как удобно, никуда дуть не надо. Махать не надо. Всего одна батарейка. Моя маленькая щепочница. Хотим вскипятить чайник. Работает просто на огрызках топлива. Щепочки сухие, палочки и вперед. Набили. Что у нас тут? Еще пока не закипает. Вот я думаю, что это одним поленом, просто расколотым. Все это дело сейчас закипит.